Всем привет! Это гид по каталогу и план моих покупок. Каталог будем рассматривать номер 15, который у нас работает с 15 октября по 4 ноября. Во всю уже осень, холодно, и я уже оделась потеплее, чтобы не замерзнуть, пока снимаю. Ну и начнем обзор. Самая первая страница, обложка и самая первая страница представлены у нас жидкие помады для губ, матовый металлик. Мне кажется, что это повторение тех помад, которые уже у нас были в каталоге. Мне даже кажется похожими цвета. Я гонялась вот за таким темным оттенком. Хотя, честно говоря, темные оттенки не люблю и не ношу. Но я за ним гонялась, так мне он и не достался. Может быть, их чуть-чуть изменили. У кого есть предыдущий вариант и новый будет сравнять, наверное. Но у меня не было. До сих пор, кстати, есть на сайте из предыдущих вариантов вот такой примерно оттенок. Ну, девчонки, у кого уже есть, скажите, сравните, сравнили, если то же самое или не то же самое. Ну, а я не знаю, даже буду, нет, приобретать матовый металлик. Это все-таки, говорят, кстати, очень красиво смотрится на губах. Возможно, я на новогодний вечер темно-алый приобрету, потому что, как правило, на новогодних корпоративах приглушенный свет, темно, и хочется поярче сделать макияж, чтобы не выглядеть совершенно бледной. Переворачиваем страничку, страница номер 5, и уже в знакомой нам линейке появляется прозрачный блеск, 41-00 прозрачный, и вот на Елене Темниковой. Ну, я думаю, что все-таки это неестественный цвет губ, и не только здесь этот блеск, я думаю, что тональная основа на губах, потому что, ну, просто очень красивый оттенок, и вряд ли такого добьешься, если оставить просто свой естественный оттенок губ. Страницу переворачиваем, номер 7, и появляются у нас карандаши для бровей. Всего лишь 119 рублей они будут стоить, и 3 оттенка. Карандаш для бровей затачивающийся, и на колпачке у него щеточка. Я не знаю, насколько это удобно, но, скорее всего, я попробую, приобрету. Оттенок 55-28 светло-коричневый, ну, по крайней мере, он выглядит самым светлым из трех оттенков, вот этот средний. И, скорее всего, я его себе приобрету. Ну, потому что цена очень смешная. И, кстати, скидка, да, еще будет. У меня-то будет скидка. Если у вас нет, можете пройти по ссылке и эту ссылочку, и эту скидочку оформить. Дальше, страница номер 9. Здесь информация о том, что при покупке по текущему каталогу будут выдаваться купоны виртуальные на каждую 999 рублей покупок в ценах каталога. Выдается один купон. Соответственно, если у вас на 2000 рублей, там на 1998 по ценам каталога, будет два таких купона. Их можно будет потратить на парфюмерию, косметику и косметику для дома. Так, дальше. Закладочка у меня страница номер 15. Здесь новинок нет, здесь акция. Акция на туши от сну и основу под тушь 169 рублей. И здесь моя любимая тушь Push Up. Надо мне пополнить запасы, давно я ее не покупала, а то, что было, у меня уже закончилось. И поэтому я конкретно ради этой туши здесь поставила стикер. Все остальное, что здесь указано, мне не понравилось. Ни тушь, ни основу под тушь, я вообще не поняла ее смысла. Ни вот эта вот тушь с эффектом кошачьего взгляда, потому что ни сама тушь мне не подошла, ни вот эта щеточка. Хотя ее там обрывали, обрезали. Но, в общем, все не то. Для меня это мне не подошло. Страница 27. Здесь у нас новинки. Новинки, сейчас вам скажу, стик для контурирования лица. Тональный крем-корректор, скульптор и хайлайтер. Три оттенка, видимо, здесь будут. Но я не думаю, что это три в одном. Нет. Нет, это не три в одном. Это нужно купить все три средства для того, чтобы выполнить скульптурирование на лице. Это будет все в стике. Здесь 4 шага, как это все нужно носить на лицо. В общем, целое разъяснение на страничке. Дальше листаем, что у нас. А, вот, я поставила себе закладку. Наверное, я все-таки приобрету. Смотрите, лак для губ, блистательный дебют. Я уже много раз тестировала вот этот верхний, он у меня есть лаком, он не хочет ложиться. Это просто очень хорошая, качественная, жидкая губная помада. Вот кто любит жидкие губные помады, это для вас. 229 рублей, 55% скидка. Мне кажется, впервые такая скидка. И
Какой бы я оттенок взяла, наверное, ослепительный красный, тоже для вечерних выходов, именно вот этот. Ну и какой-нибудь светленький, возможно, это будет шоколадный или бежевый вот этот. Ну, посмотрим, я еще не определилась, но хочу купить, пускай будет. Такой у меня еще помады не было. Дальше страница 39, и здесь у нас туалетная парфюмерная вода Рената со скидкой 60%. Да, была уже такая скидка на эту водичку, и я именно по такой цене ее приобретала. Но тогда это был, по-моему, обмен, или тогда еще дешевле получилось. В общем, я точно не помню, но 999 рублей за такую водичку – это очень-очень низкая цена. Я безумно довольна, я ношу этот аромат дня по 3-4 подряд, потом перестаю его слышать и перехожу на другой. Но опять возвращаюсь, жду, когда пройдет пару-тройку дней, чтобы заново его наносить. Правда, он меня очень согревает, у него есть какие-то очень цепляющие меня ноты. Но, опять же, да, не все любят такие ароматы. Кто любит полегче, кто любит посвежее, позеленее, вообще тогда это не ваш вариант. Но в любом случае, здесь можно, кстати, в этом каталоге за 20 рублей приобрести пробник. Но я вам рекомендую этот пробник просто вылить на себя. Просто взять и вылить на какую-то одежду, на руки, не растирать, ничего не делать, а просто с этим ароматом походить. Дело в том, что когда мы вот с этой палочки чуть-чуть буквально наносим на руку, на запястье, там еще куда-то, да, я вот лично почему-то слышу совершенно другое. Нужно либо попросить на пункте выдачи, может быть, у вас есть, нанести прям распылителем этот аромат на себя, либо этот пробник, ну, не за раз, а, не знаю, там, за два, за три, четыре раза вот прям пополивать себя и понять, ваш это аромат или не ваш. А вообще, это очень низкая цена. И еще в подарок за покупку этого аромата за 1 рубль будет вложен в заказ пробник на новый аромат Миссис Инкогнито. Вот такой будет у нас новиночка. Мне даже интересно, я, конечно, просто закажу протестировать. Я Ренату покупать не планирую, у меня есть. И у мамы уже есть. В общем, так что и у подруг уже у всех есть. И все подруги, которые послушали меня и заказали эту Ренату, с первых же ноток сказали, да, это мое. Ну, у нас с подругами в большинстве случаев совпадают вкусы на водичку, поэтому у нас вот такая идиллия. Дальше, страница 71, у нас новинка. Новинка – это активный крем для лица Retinol Like. Вот прям для меня все на английском пишут. Коррекция морщин по-русски. Тоже рекомендуемый курсовое у нас применение. Рекомендуемый курс 2 раза в день в течение 28 дней. Так, 30 мл всего лишь, и это в серии Age Power. Я уже думала, что эту серию будут выводить, а ее еще и дополняют. Вот эти мои два любимых кремика, и здесь еще появился новый. Это активный крем против морщин. Как вы думаете, хочу я его? Конечно же хочу, но скидка 40%. Я подожду, я или с VIP-скидкой куплю его, потому что у меня, допустим, сейчас... не куплю с VIP-скидкой. В общем, я его когда-нибудь куплю попозже, сейчас пользоваться есть чем, и я не планировала никакие уходовые средства покупать, кроме вот этого, 79-я страница. И появляется моя любимейшая сыворотка, интенсивная сыворотка для лица интенсивного действия. У нее поменялся артикул 12-13, теперь я не знаю, зачем мне эти артикулы, если раньше был 10-39, ну и пусть бы был. Но не суть, да, с 50% скидкой в серии Beauty Lab я уже покупала и наносила его конкретно на гусиные лапки, на морщинки носогубные и между бровями. Все, это здесь 20 миллилитров, 20 граммов почему-то написано. Ну кто? Вот я боролась за лаки с Фаберликом, когда они писали, что в лаках 6 граммов, а миллилитров 9. Зачем? Зачем нам вот эта вот информация в граммах про жидкие... Я не знаю, вот не понимаю, здесь опять граммы. 20 граммов, здесь 20 миллилитров, нам без разницы, сколько граммов, все, что жидкое, измеряется именно в миллилитрах. Но нет, они все через плотность высчитывают, это как мне объяснили, что вот ты не понимаешь, плотность-то разная. Я говорю, какая разница, какая плотность, если объем один и тот же, жидкость – это объем. Нет, они, ну потом смотрю, начали в уходовых писали в миллилитрах, уходовые или лаки писали 9 миллилитров, а уходовые писали 6 граммов в той же самой упаковке. Теперь, значит, они здесь тоже написали, что 20 граммов это сыворотка.
В общем, девочки, я вам рекомендую, реально, буквально там дня с пятого вы начинаете видеть вот эту разницу. Мелкие морщинки, сеточка прям совсем уходит, глубокие, конечно, никуда не денутся, но в целом прям расправляется, кожа мне очень нравится. Я обязательно возьму, 50% скидка, это просто супер. Дальше, серия Platinum. Я тоже ничего не собираюсь здесь покупать. Просто хочу вам показать, что набор, тот, который я уже купила, и у меня этот набор есть, здесь дневной и ночной крем по 15 мл и полноценная версия крема для век. Крем для век у нас вообще в страшном дефиците из этой линейки, мне кажется, его нет с марта или с февраля, а в наборе он есть, причем я получила набор, у меня еще срок годности на год вперед, годом, год в плюсе есть, и сейчас у меня заканчивается гардерика, я его начинаю использовать. Не знаю, буду ли брать в запас такой набор, ну, наверное, нет, потому что на зиму мне этого крема для век хватит, а на лето я что-нибудь куплю новое, наверняка что-нибудь выйдет новое, и нужно будет пробовать, а тут, получается, никак не попробовать из-за того, что запасы стоят. Решила вообще по максимуму избавиться от запасов и оставить только то, что нужно на сейчас. Ну и с 45% скидкой сыворотка в ампулах Platinum. Это тоже шикарная штука. Моя подруга очень долго не пользовалась кремами Faberlic, потому что у нее была аллергия там на то, на сё. А потом вот она подобрала для себя экспериментальным путем, конечно. Линейка подходит ей эксперты Platinum. Шикарно выглядит, просто все лицо ровненькое. Что не фотография, которую она присылает, она прям вся сияет гладенькая, ровненькая. В общем, главное подобрать для себя, да? Да, у нее на много средств была аллергия, и я это никогда не скрывала, я всегда это рассказывала, и мне пишут в комментариях, что бывает аллергия. Аллергия бывает абсолютно на любую марку, даже на продукты бывает аллергия, даже на воздух, на растения, поэтому ничего в этом такого нет, что на какое-то конкретное средство или на какую-то линейку Faberlic у кого-то аллергия. Это не значит, что все, что есть Faberlic, на все будет аллергия. Вот моя подруга, это хороший пример того, как в рамках одного каталога можно подобрать уход. Дальше. Сыворотка, страница 97, сияющая кожа, отдохнувший вид, сыворотка для лица 15 мл из серии Axiology. Вообще я эту линейку не люблю, но сыворотки я из нее беру, и сыворотки мне нравятся. Тоже 50% скидка, 249 рублей. Я сыворотки просто обожаю. Вот мне все, что наносить до крема, какую-нибудь сыворотку, вот просто надо и все. Поэтому я покупаю, ну не то чтобы коллекционирую, но по 15 мл они достаточно быстро заканчиваются. Поэтому я обязательно ее куплю и попробую. Дальше, страница 100. Деликатное очищение. Пенка мусс Axiology со скидкой 40%. Вот если сейчас у вас нет карт на уходовые средства, и вы не можете себе ее купить с большей скидкой, то вот это очень хорошая цена, 299 рублей. Я рекомендую. В принципе, все пенки Faberlic очень приличные, очень нежные, мягкие. И даже для чувствительной кожи подходит, это точно. Страница 134-135. Здесь мои любимые зубные щеточки. Я покупала последний раз, по-моему, в июле зубные щетки. Уже пора менять, ну и вы знаете, они очень быстро впитывают цвет, если паста какого-то цвета, то все, щетка после первого применения чуть-чуть окрашивается, а в последующее применение все, они уже некрасивые. Вот они у меня сейчас стоят, у нас паста трехцветная, там есть синяя, зеленая полосочка, ну и белая. И, соответственно, вот щетки все в таком бирюзовый цвет окрашены, придется всей семье заменить. Дальше, зубная паста любая всего за 79 рублей, но пасты я не очень люблю, это уже так, к слову. Силу минералов, кстати, я не пробовала. И кто смотрел мою последнюю распаковку заказа, те видели, что я эти пасты получила за 1 рубль, буду пробовать. Может быть, она ей понравится мне. Следующая, 165-я страница. Для чего я здесь? Любые два протеиновых батончика за 65 рублей и новинки протеиновые коктейли. Я хочу просто знать ваше мнение. Во-первых, кто занимается спортом, сравнивали ли вы состав с тем, что продается, например, в магазинах спортивного питания? Потому что мне уже говорят, ребенку надо после тренировок это принимать, иначе мышечная масса не наращивается. И
Наоборот, прироста мышцы не происходит, то есть тренировка проходит впустую. Если тут же не возобновить белки и углеводы, то это просто берется из ресурсов организма, и тренировка впустую. Поэтому нужно восполнять из снаружи, и я вот прошу вашего совета. Я уже, конечно, на пробу заказала, чтобы определиться со вкусом. Ну а по поводу состава, кто уже сравнивал, пожалуйста, напишите в комментариях. Страница 169, здесь у нас новинка. Концентрат пищевой прессованный, Энзи Пауэр, сила ферментов. Я еще не разбиралась в составе, что здесь за сила ферментов и чем это отличается, например, от того же фестала или мизима. Очень интересно, таблетки выглядят как белый активированный уголь, без оболочки, безо всего. Мне просто даже интересно, я это показываю как новинку, но покупать пока не собираюсь. Цена 479 рублей, я, честно говоря, мизима накуплю на эти деньги гораздо больше. Дальше, страница 170-171, все, что у нас когда-то ушло из каталога, вернулось в другом обличии. Это и желе Гиполайт, это бальзамы неалкогольные, из которых можно делать напитки. Ну и переворачиваем следующую страничку, здесь у нас пластыри детокс. Я тут слышала версию, что с пигментацией эти пластыри помогают бороться. Действительно, пигментация, она же не возникает на пустом месте, да, она у определенных людей, у которых есть какой-то сбой. Этот сбой нужно лечить, я считаю, сразу с нескольких сторон. Это нужно печень поддержать, токсины выводить и, конечно же, что-то снаружи делать, да. Вот я сейчас делаю, для печени пью, я пигментацию вывожу кремом, который у нас есть от пигментации. Ну и хочу взять пару упаковок пластырей, чтобы их проставить себе на подошву. И потом уже в комплексе посмотреть, как это работает. Также на этом развороте у нас подушка сиденья из гречневой лузги. Не подушка, а сиденье именно. То, что мы кладем на стул со скидкой 40%, 799 рублей. Это на целых 200 рублей ниже, чем обычная цена каталога. Дальше. Страница 190. И здесь у нас акция на тряпочки для дома. Салфетка для кухни, салфетка из микрофибры, универсальная для очистки стекол. В общем, любая, кроме салфетки для пола, участвует в акции. И если две купите, то будет 129 рублей. Запас салфеток для стекол у меня просто огромный. У меня эти салфетки есть везде, и в машине, и дома, еще в запасик есть кому-нибудь подарить. Поэтому я возьму салфетку для кухни, и я возьму салфетку из микрофибры. Я давно их хотела купить, но все время я то забываю про них, то хочется акцию подождать. Вот я наконец-то дождалась. Дальше, страница 193, на ароматы для дома, скидка 50%. Я ни разу не покупала, я думаю купить, но не знаю даже, надо мне это или нет. Страница 201, на ней просто нет номера, я ориентируюсь на соседний, поэтому немножко подтормаживаю, когда говорю. Здесь у нас акции на карандаши пятновыводители и на спрей пятновыводитель. 99 рублей вместо 159, это просто на него всегда такая шикарная скидка, целых 60 рублей. Ну и на карандаши тоже у нас сейчас регулярная цена каталога 159 рублей. А здесь за два карандаша, если купишь, 218, то есть значительная тоже скидка. 50 рублей на каждый карандаш, поэтому ищите себе пару и покупайте. Страница 206-207, здесь у нас средства для обуви, новинки. Я, честно говоря, не знаю, что здесь добавилось, наверное, крем для обуви. Для гладкой кожи и черный, и бесцветный, тоже для гладкой кожи, два крема для обуви. 200 рублей, я вообще, честно, не знаю, сколько стоят кремы для обуви, поэтому не буду сейчас давать оценку его стоимости. Качественный крем, мне кажется, стоит или так же, или даже чуть дороже. Поэтому, не знаю, спрошу у мужа, надо нам, нет, я вот в это дело вообще не лезу. Так, страница 208-209, у нас шикарные домашние образы. Просто шикарные домашние образы, домашняя одежда, халатики, ночная рубашка такая, которая выглядит
как платье. Вот честно, у нас бывает домашняя одежда вся в кружавчиках, такая под нижнее белье, в которой, ну, лично мне неприлично гостей встретить, да, если кто-то из соседей зайдет там или внезапно друзья там зайдут, да, а я тут вся в кружавчиках такая. А тут ночная сорочка без единого кружева просто выглядит как домашнее платье. Ну, вот так вот. На следующей странице здесь шортики-маечки и прям такие пижамки с брюками. Ну и полистайте, в одежде есть новинки. Здесь и нижнее белье. Маечки, но в новом цвете. Вот, пожалуйста, да, предлагают нам вот эти маечки носить под пиджак. Здесь прям так и написано. Так, у мужчин новинки. Мужские трусы-боксеры, мужские трусы-брифы, пожалуйста. Цена не низкая, 499 рублей за одну штуку. Ну, я бы не просто сказала не низкая, а дорогущие. Просто трусы 500 рублей. Нет, я честно, для меня это очень дорого. Ну, сколько? Ну, человеку нужно, ну, даже вот по минимуму купить 4 штуки, да? Это что, 2000 отдать за трусы? Не знаю. Страница 226, здесь у нас новая коллекция одежды. Что я из нее хочу? Вот я сейчас пролистаю, у меня тут какие-то закладочки есть. Я, наверное, что-то из нее захотела, но похоже, что нет. Опять я из нее ничего не захотела. А вот такие вот вещи, посмотрела у нас новые, а-ля Олимпиада 80-х годов. И я сегодня была в магазине, увидела, что вот, ну, не повсеместно, но это действительно тренд. Фаберлик опять в тренде. Но другой вопрос, да, нравится мне лично это или нет. Для меня это возврат в 70-х, конец 70-х, 80-х, и я вот это все терпеть не могу. Поэтому я точно не клиент вот такой вот одежды, и покупать это однозначно не буду. Ну и то же самое вот здесь вот шапочки с шарфиками. Ну вот на мой взгляд, это просто убожество. Я еще просто вижу какого-то качества такого гладенького. Шарф 900 рублей, шапка 500. Вот комплект за 500 такой, еще можно было бы. Дальше, распродажи, страница 250-251. Распродается Рогов. Что я здесь? Я здесь посмотрела кофточку для дочери, вот эту серенькую. Она у меня последнее время все просила свитшоты серенькие. Сегодня пришли в магазин, она говорит: мама, у меня вся одежда серая, я ее терпеть не могу. Ну, здрасте, приехали, значит, все эти свитшоты скинуты серые, подавай мне другой. Поэтому я это, конечно, это уже сейчас стикер отсюда уберу. Уже понятно, что ей такую кофту серую не надо будет и покупать не буду. Следующая страничка, 252. Как я планировала вот этот комплект покупать, так до сих пор еще не отказалась от этой идеи. Блузка 1800 на Новый год наряд, считай, уже готов. Ну, синий, наверное, скорее всего, я бы купила. И сочетание вместе с этими брюками, если они будут на складе. Если комплект не сложится, ну, тогда я, конечно же, ничего по отдельности покупать не буду, чтобы потом не бегать, не подбирать, что к чему. Брюки на следующей странице. Вот красные, такие же синие были брюки. Вот они. Я уже делала обзор. Это был не мой комплект. Это был комплект моего директора. Я его примерила для вас и... Примерно год назад я вам его показывала, может быть, не год, но неважно. Вот, и мне он понравился, мне понравился. Я вот сейчас думаю, в чем же мне на новогодний корпоратив идти. И это, в принципе, бюджетный вариант, брюки носибельные потом. Такую кофту я бы, может быть, еще куда-нибудь надела пару раз. Ну, такие вещи заметные и яркие, их, конечно, не носить каждый день не будешь. И поэтому, ну, нужно рассчитывать, да, что вы их, в принципе, наденете пару-тройку раз в жизни, а потом положите. И одно дело, если это будет стоить там 3-4 тысячи рублей, как это все стоит в магазинах. Другое дело, 1800, я считаю, вот это прям хорошая цена. Ну и опять еще одна новая коллекция с 268 страницы начинается. Опять ничего здесь для меня нет. Опять леопард во всех проявлениях и кружево. В общем... Какая-то травка, все темное. Нет, это точно не мое. Платье, да, вот я думала, вот это платье лапша, но цена на это платье начинается... А, тут, кстати, нормально написано, супер. Цена на вязаное платье 1299. Ну, длина сомнительная, да, такая чуть-чуть ниже колена. Да, что-то я сегодня подробно слишком остановилась на вещах. Детские просто пролистнула. Ну, для меня тоже и для сына это все как-то скучновато. Какие-то вот такие все
рисунки, я не понимаю, вот этот джемперочек мне нравится, но 1200, я сегодня была в Заре, там джемпер, от которого просто глаз не оторвать, стоит 2000. Конечно, я бы лучше чуть-чуть добавила и купила то, что нужно. Ну и на последней страничке, на последней обложке у нас подарки для новичков. Если вы еще не зарегистрированы в компании, можете пройти по ссылке зарегистрироваться и получить вот этот набор в подарок от компании Faberlic. Ну, 1 рубль вы за него заплатите, но я считаю, что за такой набор не жалко 1 рубля. Здесь стиральный порошок, полная версия. Здесь пятновыводитель жидкий, который я до сих пор ни разу еще на складе не видела. И пятна выводящие салфетки экспресс-помощь, которые у меня находятся и в машине, и на работе, и дома. Свежие пятна прекрасно выводят. Вот за 1 рубль это можно получить. Если зарегистрируетесь в этом каталоге, сделайте заказ на 1500 рублей. 1500 это без скидки, у вас будет скидка после регистрации в этом каталоге. То есть вы заплатите меньше, еще и получите подарок. Ну, порошок 300 рублей. Пятновыводитель, вот я сейчас посмотрела в этом каталоге, 379, по-моему, рублей. И салфетки 80. Вот это сумма подарка, которую вы получаете всего лишь за 1 рубль. Поэтому рекомендую вам не переплачивать консультантам, зарегистрироваться и спокойно покупать самостоятельно, без переплаты, получать еще и подарки. А так, получается, ваши консультанты все подарки за вас получают. Большое спасибо, что посмотрели видео. С вами была Марина Соловьева. До новых встреч. Всем пока.